Не мешки, но пакеты и коробки с новогодними подарками целой горой высятся в спортклубе «Ярополк». Все это руководитель клуба и по совместительству народный избранник подготовил для красногорцев к празднику. В течение года стараемся на различные праздники поздравлять детей. Это День защиты детей, потом там День Победы ветеранов поздравляем. Сегодня мы поздравляем многодетные семьи моего округа. Округа номер 2 – это преимущественно теплый бетон. Чтобы поддержать атмосферу новогоднего настроения, Илья Шадриков даже примерил роль Деда Мороза. В праздничной экипировке он спешит к Ольге Куликовой. У гостя подарки не только для двух дочек Ольги, но и блендер для нее самой. Девчонок, да, дома нет, одна в школе, одна в садике. Ну вот, придут, будет сюрприз. И для мамы подарочек тоже спасибо. Будем почаще печь. Что еще, готовить что-нибудь вкусненькое. Не меньше визиту необычного гостя и подарком порадовалось и семейство Кормаренко. На Пионерской депутата Деда Мороза встретили четверо ребятишек. Поздравить с наступающим Илье Шадрикову предстоит еще 9 красногорских семей.